Приветствую всех. Для тех, кто еще не знает, на моей страничке в Фейсбуке проводится благотворительная лотерея украшения. А именно создана группа «Помощь Оксане», где будут проводиться акционы, лотерея, ярмарка благотворительная, где можно приобрести будет разные товары, то есть украшения, подарки, картины и другое. А сегодня мы проводим розыгрыш первой благотворительной лотереи, и мы узнаем, кто станет обладателем одним из украшений, которые предоставлены в этой лотерее. То есть победитель может на выбор себе приобрести украшения данной лотереи. Итак, у нас продано на сегодня 42 билета. Я перехожу на сайт «Генератор случайных чисел». Так как у нас продано 42 билета, я выбираю диапазон случайных чисел от 1 до 42. Количество нас интересует один человек, кто выиграет. И нажимаю на синюю кнопочку «Сгенерировать числа». Итак, 21 билет выиграл. Поздравляем, давайте посмотрим, кто это у нас счастливчик. Так. Вот так, Лучина Алла купила 25 билетов с 3 по 27 включительно. Итак, поздравляем, у нас есть победитель 21 билета, это Лучина Алла. С чем мы поздравляем, и она может выбрать одно из украшений, которые есть в этой благотворительной лотерее. Хочу вам показать, какие есть у нас украшения в данной лотерее. Колье универсальное, очень красиво, оно подходит под любой ваш стиль. Так, нежное украшение, жемчужная майорка нежность. Тоже прекрасное украшение. Белое колье воротник тоже подходит под любой наряд. Прекрасный набор колье и браслет из малахита. Дальше у нас набор серьги, цепочка с кулончиком сова и браслет сова. Прекрасное тоже украшение, прекрасное выполнение, очень прочное. Дальше у нас есть колье под номером 6 из жемчуга майорка черный принц. Может, камера плохо передает, но украшение очень красиво и подходит под любой наряд, как и повседневный, так и праздничный день. Итак, пока на этом все украшения. Дальше у нас украшения будут добавляться, и у вас будет выбор. Также было принято решение, что украшения эти также по желанию можно будет приобрести, то есть купить. Под каждой фотографией есть описание украшения и цена. Внизу под видео я оставлю ссылочку на эту группу, что заходите, вступайте в группу и участвуйте в лотереях, в акционах, приобретайте в ярмарке благотворительности товары, которые вас заинтересуют. И помните, все вырученные средства от них будут идти на лечение и операцию Оксаны. На этом все, мои дорогие. Всех люблю, целую. До новых встреч. Пока-пока.